В Бельгии зацвел самый гигантский и самый неприятно пахнущий цветок в мире – титанарум. Его высота 2,5 метра, а вес более 50 килограммов. Запах его настолько сильный, что его еще называют трупным цветком. По словам посетителей, он напоминает аромат смеси тухлого мяса и рыбы. Тем не менее, у Национального ботанического сада в Мейзе выстроились толпы туристов, желающих посмотреть на это чудо природы. Титанарум цветет всего 3 дня раз в несколько лет. Брюссельский гигант побил своеобразный мировой рекорд. Он зацвел в оранжерее уже в третий раз с 2008 года.